Глава вторая. Семь шагов к исцелению. Первый шаг к исцелению. Правильная постановка намерения. Намерение – мотивационная основа деятельности, связанная с сознательным выбором определенной цели. Как намерение влияет на судьбу человека? Например, два человека собрались помыть купленный пакетик за 5 рублей из супермаркета. Цель обоих – помыть пакет. А вот зачем мыть? Это намерение. Первый моет для того, чтобы сэкономить. Второй моет для того, чтобы было меньше мусора на нашей земле, соблюдает экологию. Чувствуете весомость намерения в первом и втором случае? В первом человек думает только о себе, да еще перекрывает себе денежный поток по законам энергии. А второй заботится обо всем человечестве. И как вы думаете, как на это откликнется Вселенная? Какими действиями? Во втором случае она обязательно скажет: «Ай, какой молодец! Дай-ка я ему дам взамен того, что он хочет». И обязательно поощрит приятным подарком. Ну а первому по карме будет сформирован его событийный поток. Вот так каждый на своем уровне формирует свое будущее. Высокое намерение должно приносить максимальную пользу многим людям. Правильная цель любого дела – дать, а не взять. Это основной закон эпохи Водолея. Эпоха Водолея – начало Великого Перехода. Я делаю добрые дела не потому, что жду от этого отдачу, а потому, что получаю от этого удовольствие. Закончилась эра рыб. Начинается долгожданная духовная трансформация мира. Совершаются открытия в физике, психиатрии, медицине и в поиске способов природного целительства. Мир становится все больше разделенным. Ведется борьба между добром и злом. Появляются новые общественные и политические движения. Сейчас происходит сильное влияние трансурановых мудрых планет – Плутона, Урана, Нептуна. Эти планеты давят своей энергетикой. Значимость широких радикальных перемен начинает внутренне ощущаться на персональном уровне. Вечный поиск своего Бога, поиск своего предназначения. Кто я и откуда пришел? Куда должен уйти? Это становится целью каждого индивидуума. Общество сейчас буквально разрушает себя, чтобы возродиться. Это один из наиболее беспорядочных периодов в человеческой истории. Все подвергается сомнению. Мир, уставший от 2000 лет человеческих страданий, начинает встряхиваться в подготовке к наступлению эры Водолея. Сейчас на всей Земле пришло время меняться большим системам, законам взаимодействия с Вселенной и друг с другом. Закончилась эпоха рыб и наступила эпоха Водолея, которая астрологически управляет планетой Уран. Эра рыб делала акцент на работе и жизнедеятельности одиночек, пусть даже гениально. Эпоха Водолея поставит проблемы группового бытия, группового сознания, групповой работы, пробуждение коллективного сознания, переосмысление ценностей и убеждений, сплачивание и единство людей. Вот почему сейчас идет много войн и конфликтов на Земле. Война пробуждает коллективное сознание и меняет ценности на корню. Эра Водолея требует согласия и сотрудничества групп, работа на отдачу, жить ради других. В эпоху рыб был акцент на эгоизме, накопление материальных благ в личных интересах для личной безопасности и выживания. Каждого человека интересовал только свой мирок, своя территория, свой карман, перетягивание ресурса друг у друга через конфликты и войны. Принцип «работа только на себя»,
Главное, чтобы было хорошо только у меня дома, а остальной мир пусть катится ко всем чертям. Вселенная уже отвергает, причем быстро и активно. Любой индивидуализм будет пресекаться. Вселенная в первую очередь будет отнимать финансы, материальные блага, здоровье. Высшие законы подведут итоги жизни такого человека через возврат его долгов. В ближайшем будущем править будет один самый важный принцип. Уважаем в обществе будет тот человек, который служит интересам мира, кто способствует гармонизации пространства. Тот, кто своими намерениями и действиями будет привносить в мир созидание, которое нужно максимально большому количеству людей. Такой индивид будет подниматься вверх по социальной лестнице. В первую очередь у такого человека будут улучшаться окружение, финансы, отношения, и все будет складываться самым наилучшим образом. Это гармонизаторы планеты. И есть смысл задуматься о том, как вы живете. И если какой-то человек думает, мне плевать, что будет с моей страной, городом, планетой, лишь бы с моим домиком было все хорошо, поверьте, что скоро у такого человека не будет ничего. В эпоху Водолея все будет наоборот. Только тот, кто уяснит главные принципы, никто никому ничего не должен, по большому счету, кроме как эволюционно и кармически, кто будет работать на отдачу без ожидания благодарности, тот будет идти в ногу с эволюцией. Великий переход означает переход нашей Земли и человечества в новое, более совершенное ментально-духовное состояние, соответствующее более высокому уровню сознания. Эпоха Водолея – это время коллективизма, а любой коллектив – это эгрегор. И каждому эзотерически грамотному человеку нужно знать основные законы взаимодействия с эгрегорами. Кроме этого, уже происходит возвращение женского начала. Это основа пятой мерности. Эпоха Водолея будет проходить под женским началом. У женщины более развита интуиция, то есть связь с тонким миром. Она лучше понимает значимость высшего начала, мира, гармонии, высшей любви, милосердия. В женщине святость материнства и мудрость веков. Она антагонист преступления, ибо она мать. Именно женщины сыграют важнейшую роль в эпоху перехода от материального к духовному. Они будут проводниками между плотным и тонким миром. Недаром большую часть на моих курсах, тренингах, открытых занятиях составляют женщины. Вот только справиться с инстинктивными программами своего биологического тела, и все встанет на свои места. В Китае древняя мудрость гласит: для женщины есть только одно самое важное дело в жизни, которому она должна учиться с детства – вбирать в себя, накапливать и сохранять энергию. И это ее предназначение. Для мужчин она является родником живой воды, к которому он возвращается снова и снова, чтобы наполняться силами. Уставшая женщина – не может помочь мужчине восстановиться. Она как пересохший колодец, не способна утолить жажду страждущего. Дела, которые вызывают внутренний конфликт и отрицательные эмоции, женщине не подходят. Все, чем занимается женщина, она должна делать с любовью. Ради себя, ради своей семьи, чтобы осуществить свое главное предназначение. Рекомендации для женщины. Подойдет все, что доставляет женщине наслаждение и позволяет обрести гармонию. Пение, рисование, танцы, музыка, рукоделие. Хочет этим заниматься? Пусть занимается. У женщины есть великая миссия – быть неиссякаемым энергетическим источником радости, оптимизма, красоты, света для всей семьи. Рекомендации для мужчины. Для каждой женщины важно знать, что она прекрасна. Это создает ощущение наполненности.
От ласковых слов и признания красоты женщина становится мягкой, нежной, игривой и расцветает еще больше. Умный мужчина знает, как помочь любимой женщине стать еще прекрасней. Чем больше он заботится о женщине, тем пышнее она цветет и наполняет своей энергией мужчин. Женщина является очагом, которому необходим огонь. Самой дорогой ценностью в мире является энергия. Ни за какие деньги ее невозможно купить. Поэтому мужчина готов отдать женщине за этот огонь все самое ценное. Собственно, об этом вся книга и написана. Как правильно работать с энергиями, наполняться, сохранять и отдавать ее во внешний мир. Внутренний баланс – это основа основ, особенно в эпоху Водолея. Ваше намерение в исцелении. Вернемся к нашей главной теме. Прежде чем вы начнете трудиться над собой в сфере здоровья, вам нужно правильно поставить намерение. Зачем вам быть здоровым? Ответьте на вопросы. Что вы с этим потом будете делать? Например, я спросил одного молодого человека, инвалида, который обратился ко мне с вопросом выздоровления. Он нырнул в водоем, повредил позвоночник и его парализовало. Я спросил его, что ты будешь делать, если ты выздоровеешь? Он ответил, что будет делать то же самое. Его мать рассказала, что до этого он вел разгульный образ жизни, пил и прочее. И не просто так, его же ангелы уложили его в кровать. Из моего опыта я знаю, что это высшая забота о душе этого парнишки, чтобы карму свою не ухудшил и подумал о том, что идет не туда. Мне вспоминается отрывок из книги Вэ.Вэ. Синельникова «Найди свой истинный путь». Рассказ его ученицы. Несколько лет назад к нам в Крым на наш ежегодный большой семинар приехала целительница из Санкт-Петербурга. Она рассказала случаи своей практики. 2 года назад к ней в кабинет женщина ввезла на инвалидной коляске 14-летнего подростка. «Зинаида Ивановна», — попросила она, — «вылечите моего сына. Он страдает детским церебральным параличом, самостоятельно передвигаться не может». Я сразу увидела, что смогу ему помочь, и мы с матерью приступили к его лечению. Лечение было длительным и сложным, но мы смогли победить болезнь. Через 2,5 года мальчик стал передвигаться самостоятельно, а еще через несколько месяцев довольно хорошо ходить. Мы с его матерью очень радовались успехам сына. Но через 1,5 года эта женщина пришла ко мне снова и попросила: «Зина, ты не могла бы моего сына снова усадить в инвалидную коляску?» Я была в шоке. Я не знала, что сказать. Я только поняла, что произошло что-то очень плохое. «Ира», — сказал я, — «мы же с тобой столько времени и сил отдали ради того, чтобы он начал ходить. Что случилось?» «Понимаешь, Зина, ходить-то он начал, но стал ходить в магазин за водкой. И для меня видеть, как он спивается, гораздо хуже и больнее, чем ухаживать за инвалидом». И вот тогда закончила свой рассказ Зинаида Ивановна. Я поняла, что нужно быть осторожной и внимательной, помогая людям решать их проблемы со здоровьем. А после прочтения вашей книги «Возлюби болезнь свою», я осознала, что болезни у человека возникают не просто так. В них есть определенный смысл. Ведь этот мальчик для того и был прикован к инвалидной коляске с детства, чтобы он не мог совершать порочные действия. Тело его страдало, а душа очищалась. Выясняем ваше намерение в исцелении. Для чего мне нужно исцеление? Если мое намерение исцелиться воплотится в жизнь, какую пользу это принесет мне? А окружающим, моей семье, Родине, всему миру, Вселенной. Чем я буду заниматься?
Какой деятельностью? Изменю ли свой образ жизни на более позитивный и здоровый? Поможет ли это осуществить мою мечту? Что это за мечта? Всем ли от нее будет хорошо или только мне? Какого масштаба? Что я потеряю? С чем расстанусь? Льготы, денежные дотации, оплаченная инвалидность, внимание близких, жалость к себе? Что приобрету? Дополнительные обязательства, ответственность за себя и близких, новые обязанности? Что приобрету как вечная душа? Ответили, вы большой молодец. Переходим ко второму значимому моменту. Принятие ответственности на себя перед главным организатором реальности Вселенной. Второй шаг к исцелению. Принятие ответственности и поиск причины заболевания. Напомню, что болезнь – это частный случай самосовершенствования. Это СМС свыше о чем-то важном, о том, что человек идет не туда. Второй шаг в исцелении – с благодарностью принимаем сигнал от Вселенной через симптом. Записываем в дневник целителя. Первое. Принятие. Я принимаю сигнал. Такую-то болезнь. Второе. Благодарность Вселенной. Я благодарю тебя, Вселенная, за этот сигнал. Третье. Взятие ответственности. Я заявляю, что принимаю ответственность на себя за все, что со мной происходит. Четвертое. Благодарность симптому. Я благодарю тебя, симптом, и посылаю тебе любовь и поддержку за заботу. Ты мой друг. Ты можешь отдыхать, перестать мне звонить. Я приму все меры для того, чтобы расшифровать послание свыше и выполнить рекомендацию по самосовершенствованию. Пятое. Отсылаем запрос. Вопрос ВПВ, информационное поле Вселенной. Выписываем письмо в дневник целителя. Вселенная и ангелы-хранители, помогите мне увидеть причину моего заболевания через приходящую информацию. Знаки, символы, слова людей, сны, инсайты. Какой урок мне нужно понять и усвоить? Что исправить в себе? Я соберу эти пазлы, взяв на себя ответственность. Я приму меры по восстановлению баланса, отдачи и получения в своей душе. Благодарю за помощь. Теперь отправьте посредством визуализации это заявление вверх. Представьте, что вы отправляете это письмо высоко-высоко, в дом вашей души. Там его кто-то получает и дает вам обратный сигнал, что письмо получено. Если вы не видите, как это происходит, неважно. Помните, что намерение само по себе работает. Шестое. В конце этого заявления благодарность. Благодарю, Вселенная. Все, что мне необходимо, приходит в мою жизнь в нужное время и в нужном месте. С этой минуты вы завели дневник целителя. С этого момента записывайте у него все знаки, которые будут сыпаться на вас со всех сторон. Обращайте особое внимание на те знаки, которые выбиваются из ряда обыкновенных событий. Может, вы увидели какой-то плакат на улице в сочетании с вашими мыслями о симптоме, или вам какой-то человек передал важное послание в контексте вашего запроса. Может, в моей книге или интернете вы прочитали что-то полезное, что откликается на запрос, и так далее.
А можете купить в интернете магические послания ангелов Дарин Вирчи и взять карту ангелов под целенаправленный запрос «Какой первый шаг я должен сделать на пути своего исцеления?» Кстати, можно целенаправленно спрашивать своих близких, особенно детей. У них лучше связь с тонким миром, и ангелы часто используют их для передачи информации взрослым. Важно быть внимательным ко всем сигналам извне и своим мыслям. Даже если вы их сразу не понимаете, то создайте намерение, что вы день ото дня понимаете их все лучше и лучше. Через какое-то время именно так и будет. Помните о силе мысли и самопрограммировании. Еще важный момент. Один знак – это не ответ на ваш запрос, хотя и такое бывает. Как правило, серия ответов выглядит в виде пазлов, которые надо собрать со временем в общую картину. И когда ответ понятен, в какой сфере нужно совершенствоваться, то приступайте к реальным действиям, изменению выявленной программы. Если вам затруднительно проделывать такую кропотливую работу, то это можно сделать быстро и качественно в кругу единомышленников на моих курсах и тренингах. Но и в книге ниже вам будут даны очень конкретные рекомендации, при выполнении которых результат не заставит себя долго ждать. Диагностика по психосоматике. Второй шаг по работе со знаками – собираем их целенаправленно. Идем в интернет и смотрим каталоги по психосоматике. Вы можете получить информацию у Лиз Бурбо, Луизы Хей, Бэвы Синельникова и прочих авторов. Чуть позже в этой книге мы будем выявлять негативные программы по методу психиатра Носрата Пизешкиан. А сейчас я вам предлагаю интереснейший метод выявления причин через астрологию. Звезды дают великолепные подсказки, в каком направлении нужно двигаться к человеку. Как работать с этим материалом? Каждая болезнь имеет своего основного хозяина – планету и, соответственно, знак зодиака. Сочетание нескольких планет дает сложные болезни. Ниже вы убедитесь в этом. Найдите свои болезни и выпишите, какие планеты за эти болезни отвечают. Далее найдите свои духовные болезни, соответствующие планетам. Выпишите их. Там же найдете качества характера, которые вам нужно нарабатывать на сей день. Упражнения для проработки этих качеств прилагаются. Кроме того, каждый знак зодиака связан с определенными частями тела, внутренними органами и системами. Различные типы терапии также могут быть связаны со знаками зодиака. Зная, какая планета и знак ответственен за определенный тип нарушения, можно определить наиболее эффективную терапию, как духовную, так и физического тела.